14 лет я сажлим паларо. 14 წლის გავთხოვდი. 14 წლი მან შავორა არა ქადილი. 16 წლისას უკვე ბავშვი გამიჩნდა. მინდა რომ ჩემ შვილებს ყოველთვის ჰქონდათ საჭმელი, ამიტომაც მუშაობ. ბავშვი ინვალიდი მყავს, ვინ ფიქრებს მასზე? Мамам тума ахлахан сахилдан гамогуагдо, сацавиде. Беда чем скмар ძალიან гуинда сахли виқиндат, бевс мушаовт. Эхла ки ик цхоробт садац могуицевс. А их им шалы. Матхороба сула царгуинда. Эхо цамети цлисвар. Схвара вакетов. Бавшо бидан халкс пулс тхо. Мандис леса сар панджи бэш. Шири хамар мукдаби. Самшо саргу адзлевен. Адрес чобда видре ахла. Акаде му пирас мангас. Сота терас. Удут нинай, нисо нинай. Ранчи май драгус лечим час. Я пято был, свадьба что было, день рождения что были, крестины что были, что радость был постоянно. Минда ром, чон машулеб ма адамиану ради цхоран. Кмари сахши мизис инвалид чвилс ублис. Ма церебралури дамбла акс. Дахмарибас арсайдан велодабит. Минда ром сакартолос президенти цот ати маинц дагуэ хмарос. Пехзец амод гомаши. Хари булат в цхороб. Сахли менгрева. Минда ром, чон машулеб иск олаши дадиодны. Церак и тхоше эдзлот. Асе даудиуат та ма дхоробт. Цуалоб чвилеб иск аму. Камерны боятся, ты гады, ты читают, воды грабут не та вы, кого не ты напирен, ты на манге. Не сузы, воды кай мы ты на жулуваюся, кого не ты хан, ты манге, кого не поиску марно ты хан. Поразъехались все цыгане, давно это, а мы остались. Сейчас уже мы постарели здесь. Наши дети, а мы все семьей. Ну, продолжать хочем в Грузии жить. Нам нравится Грузия. Дети у нас мучаются здесь. Мы самые уже приличные, ну, как цыгане. Всех уважаем, а мы и наши дети. Мы здесь уже будем жить. Все. Бавшо бистус кампет аби мамакс. Шули шулевс ткбиле усвадзлев. Морча, мет и лапараги ага шемицлия.
Бывает, мама тоже беременная, правильно? А мы идем в больницу. Люди спрашивают от нас, у вас полис есть? А мы говорим, нету. Полис стоит 50-100 лар. У нас нету такая возможность. Нету, да, на полис. Говорите, будет закрывать за один день 20 лар платить, а мы не сможем. И где будем рожать? Приходим дома. Это нехорошо, а мы каждый день ходим, просим. Это мы не виноваты, потому что нам работа никто не дает. Ни мужчинам, ни женщинам у нас никто не работает. Был бы такой человек, вот ваши грузины, да, что дал нам работу, а мы бы работали. И женщины, и мужчины у нас нету. Мужчина у нас дома сидит, а мы ходим, и детям мы просим. Один берем 5-6 лар, по базарам идем, просим. И своих детей так, а мы кормим.